Грэнни. Четвертая часть. Что я здесь делаю? Я что, опять в этом проклятом доме? О, записка. Ты в новом улучшенном доме Грэнни. Она переехала. Этот дом стал больше, и в нем больше места, чтобы спрятать вещи. Так вот, она тебя усыпила во время третьего дня. Сейчас третий день. Ну, ты все знаешь. ПС. Дверь заперта на 4 замка. Во, я влип! Ладно, пойду. Да ё-моё! Так и знала, что внучек попадётся на мою ловушку. Привет, внучек. Давно не виделись. Да чтоб тебя, старая крыга. О, я освободился. Побежали! Стой, куда собрался? Я сейчас тебя догоню. Блин, у меня нет выбора. Надеюсь, еще увидимся. А! Жив. Ах, хитрец, бабушку обхитрил. Поскорей. Ну что, спальня? Неплохо бабуля устроилась. Мне кажется, или под кроватью что-то есть. Ее! Майнкрафт топор! Блок был отсюда. Ты где? Что, интересно, надо сделать с этим топором? Надо подумать. О, наверное, это то. Ага, вот он ты. Пойду я лучше сюда. Ключ! Нифига себе! Моё. Что? Что это? Это чиполох по башке. День четвертый. Ай, вот кто-то мне объяснит, что это было. Паук. Не паук, а обыкновенная панна. Так, тут никого нету. Там был арбуз. Надо его подобрать. Вот арбуз. Кстати, у меня же есть топор. Ну, отлично. Разломаем ту дверь. Так, получается, это ванна. Пицца? Что она здесь делает? Может, ей удастся, этой пицце удастся победить паука? Скормить ее, ему эту пиццу. И, кстати, я несколько дней не ходил по-большому. Не отвлекайте меня. Ну чё, как дела, Пуня? Нормально, бабушка. Так, сейф. А что может там быть? Ключ. И кажется, у меня есть код. Как он там? 8, 4, 6, 9. Точно. Это же тот самый код. 8, 4, 6, 9. Ключ. Ура! Я стал ближе к победе! Осталось два ключа. Один у паука. Ладно, пойдем обратно. Теперь осталось к пауку. Надеюсь, пиццу любит он. Эй, паук! Лови пиццу! Ам-ня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 м! Вкусно! Еще один ключ. Ай, круто. Мне кажется, я
Выиграю. Остался один ключ. Ура! Остался последний ключ и последний день. Чего? Ой. Ай, стоп, что, где это я? Ну, привет, Фред. Теперь-то ты видишь, как было опрометчиво идти спасать Майка. Да пошла ты к черту, старая корга. Я все равно его спасу вместе со своими друзьями. Боюсь, это просто пустые слова, Фред. Все равно добро тебя победит. Добро тебя победит, старая мымра. Как только убью Майка, убью и тебя. Точнее, заточу в своем доме и дам 5 дней. У него уже истекает 5-й. Анимация полностью сделана Мадокой Реннером.